Всем привет! Недавно я поставил сепаратор картерных газов или маслоприемник, купленный на Алиэкспрессе. Вот этот маслоприемник, и в нем, видите, скопилось масло. Из чего можно сделать вывод, что в автомобилях это маслоприемник этот необходим. За какой пробег это все? Это за пробег 1100 километров. Сейчас я возьму шприц 20 мл, вот такой вот, и сюда солью масло и посмотрим, сколько за 1100 километров скопилось масла. Ну, видим, не сильно много, предполагаю, где-то грамма, наверное, 1,5-2. Итак, замер показал, вот я слил 2 грамма масла, 2 мл, и там еще остался примерно 1 мл. Не сливается, потому что у меня фильтр находится под небольшим углом. Так вот, получается 3 грамма за 1000 километров скапливается. Соответственно, за 10 тысяч мы потеряем целых 30 грамм масла. Все это масло будет по этому вот шлангу вылетать в впускной коллектор перед дроссельной заслонкой. Таким образом, мое мнение, такой фильтр, масляный сепаратор, лишним не будет. Он будет отсеивать, фильтровать лишнее масло, которое будет уходить в впускной коллектор. Так что, кто сомневается, вот вам небольшой опыт с замерами. Рекомендую устанавливать. Хуже от этого автомобилю не будет.